Добрый день. Сегодня у нас в гостях один из самых молодых и амбициозных политиков Украины Алексей Гончаренко. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Вы вышли из партии регионов относительно недавно. Причем на тот момент, когда партия уже приходила в упадок. Почему вы сделали это именно тогда, а не раньше? Партия еще стреляла со всех бортов. Когда я выходил из партии, мне еще руководство Одесской области сказало, что все, мне теперь конец. На самом деле, все просто. Я был в партии регионов 9 лет. Вступал в нее в 2005 году, когда она была в оппозиции, не во власть. И всегда для меня было важным работа в команде и пункт программы, который гласил, что партия регионов ведет Украину в Европу, в Европейский Союз. Вы можете сейчас посмотреть, в программных документах партии сказано именно это. Скажу вам больше, с 2010 по 2013 год президент Виктор Янукович для евроинтеграции сделал больше, чем президент Виктор Ющенко за все 5 лет своей каденции. Хотя кажется, да, что это странно. На самом деле он действительно сделал много, были приняты законы, подписано целый ряд протоколов, меморандумов. Я был одним из, и являюсь одним из делегатов Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, и там мы вели эту работу. Ну, то есть я видел продвижение в сторону Европейского Союза. Ну, дальше мы все вспомним, в конце ноября Виктор Федорович развернул оглобли на 180 градусов. Я это не принял тогда, я сделал соответствующее заявление сразу. Но потом президент объяснил, что это временно, это пауза, на самом деле мы продолжаем идти в Европу. Потом было 16 января, это принятие так называемых полицейских законов, просто преступных законов, которые и дурных законов, глупых законов. Я опять же сразу же их осудил, был единственным вообще политиком с Юго-Востока, кто это сделал. И не просто где-то там в частном общении, а я выступал на трибуне Одесского облсовета, сделал соответствующее обращение к Януковичу и в нем сказал, что он несет ответственность за ситуацию в стране. Того, чего ни один регионал вообще не говорил. Все говорили, это все оппозиция там виновата. Но даже мы понимали, что виноваты обе стороны, а власть виновата всегда больше. После этого законы эти были отменены, ну не благодаря моему выступлению, а благодаря событиям на Майдане, но они были отменены. У меня еще теплилась какая-то надежда, ну а потом началась бойня в Киеве. И уже никаких надежд не оставалось, поэтому я вышел из партии. И в отличие от очень многих там народных депутатов Украины, кто повыходил из партии, никто же, заметьте, не отказался от своего мандата. Даже те народные депутаты, которые были списочниками. Я, будучи мажоритарщиком от города Одесса и первым заместителем председателя облсовета, отказался от своей должности, ушел в отставку с поста первого зампреда облсовета. Поэтому выходил я, как и входил в партию регионов по принципиальным соображениям, так и вышел из нее я по принципиальным соображениям. А вам когда-нибудь предлагали взятку? И какая была ваша реакция на это? Предлагали. Самое смешное было, однажды мне предложили взятку, когда я боролся за парки и скверы города Одессы. И мне тогда просто это было какой-то ужас совершеннейший, потому что мне находили, тогда был такой строительный бум в Одессе. Я был возглавлял комиссию по инвентаризации парков и скверов. И меня находили все. В какой-то этап я выключил телефон и уже просто прятался от людей, реально прятался, потому что я уже не мог от этого потока. Но меня один человек все-таки нашел и пришел ко мне с журналом. И говорит, я издаю журнал, вот по типу этого, только толще. И говорит, мне очень интересно, что, ну так, я думаю, ну слава богу, приличный человек. Оставил журнал и ушел. Я взял журнал, разворачивал в журнале конверт. И пришлось за ним бежать. Как вы считаете, совместима политическая деятельность и предпринимательская? Может ли политик быть предпринимателем и наоборот? Одновременно? Думаю, нет, это неправильно. Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. На определенном этапе политика, она тоже бывает разная. У нас все люди считают, например, что депутат горсовета – это некая штатная должность, где есть зарплата, кабинет там, и так далее, секретарь. Это все не так. Депутаты местных советов – это люди, которые занимаются этим на общественных началах. И многие из них предприниматели. Но если бы они не занимались предпринимательством, то ну, у них других легальных источников дохода у них просто нет. И нужно разделять политику профессиональную на национальном уровне или на уровне руководства города, региона от политики вот там, депутата городского совета. Потому что депутат городского совета – это просто уважаемый горожанин, в этом идея. Не может весь город, 1 000 000 человек, одесситов, собраться где угодно и принять решение. Да? А поэтому люди избирают депутатов, это просто уважаемые жители города, которые, ну, хотя в любом случае хочется, чтобы так было, которые принимают решения от имени одесситов.
В этом суть местной политики. Если же ты переходишь на другой уровень, то, конечно же, это несовместимо с предпринимательской деятельностью, потому что это отнимает массу сил, времени, а во-вторых, предпринимательская деятельность делает тебя уязвимым. Ты тогда никогда не сможешь идти против власти. Я был в оппозиции и знаю, что это такое, когда ты все время чувствуешь на себе пресс. Пресс, давление, и когда у тебя есть уязвимая точка, бизнес, то это очень легко. Густав Рейтек когда-то сказал, что в душе каждого человека живет миниатюрный портрет его народа. Какой народ у вас? Как можете его описать? Наверное, мой народ – это одесситы все-таки. Я считаю, это такой микс людей, в котором много от украинца, от русского, от еврея, от других национальностей. Главной чертой вот этого народа, который живет во мне, я бы назвал свободу. Скажите, что вы будете делать, если относительно вас примеют люстрацию? Я, знаете, абсолютно спокойно к этому отношусь. У нас в стране вообще, вот у Украины есть удивительное свойство. Даже очень серьезные, иногда страшные слова Украина превращает в фарс. Я, например, такое слово, вот был момент, когда слово «реформа» вот уже стало таким просто смешным, вроде, очень правильное слово. Сегодня таким словом становится «люстрация». Сначала было страшно, да, вот когда люди говорят об этом, ну, кажется, да, вроде кому-то страшно. Потом оно уже стало как-то так, а сейчас, мне кажется, уже люди смеются. Ну, а после знаменитого перла Виктора Федоровича о том, что его внука в детском саду пытались отлюстрировать, то есть все это уже превратилось в анекдот. Вы будете баллотироваться на мэра Одессы? Я не знаю, я не принял для себя этого решения. На сегодня, 1 апреля, ну, вообще 1 апреля делать такое заявление было бы вдвойне смешно. Согласен с вами. Как вы считаете, кто будет мэром Одессы? Я не знаю, кто будет мэром Одессы, не хочу делать таких прогнозов. Могу вам сказать одно, что не нужно не гиперболизировать эту, да, вот гипертрофировать эту роль, и нельзя ее преуменьшать. С одной стороны, Одесса пережила и белых, и красных, и интервенцию, и разнообразных мэров, многие из которых были такими странными людьми. Ну, то есть все здесь было, и Одесса живя и будет жить, потому что это очень такой живучий город. И я надеюсь, все будет хорошо. С другой стороны, конечно же, хочется, чтобы вот эти 23 года независимости Украины для Одессы стали такими годами, ну, такой определенной стагнации. Вот скажите мне, за 23 года, какой в Одессе построен там новый театр? Ничего. Нет. Мы не знаем. Новая больница какая-то мощная. Даже частная Интасана, она же в здании Киевского ЗАГСа, недостроенного, советский недострой, который там привели в порядок. То есть это тоже остаток советского времени. Может быть, у нас построен порт? Нет, не построен. Ну и так далее. То есть в Одессе за 23 года не создано ничего. Это удивительный период в истории города, потому что за 23 года, там, с 1794 по 1817, Одессе построено было, ну, огромное количество объектов. Потом были 23 года развития, там, времен Воронцова, ну и так далее. То есть каждая эпоха несла в себе развития. И вот только эти 23 года, к сожалению, стали годами такой вот болота и стагнации. Очень хочется, чтобы новый мэр Одессы, кто бы им ни был, поменял эту ситуацию. Ну а если нет, значит, его нужно менять. Как вы считаете, продукция компании Рошен конкурентоспособна на рынке? Думаю, что да, причем во всех смыслах. Была ли польза от ваших поездок в Крым? Да, конечно. Цель поездки в Крым была в том, чтобы понять, что там происходит, постараться помочь в этой ситуации и не допустить ее перехода на Одессу. А это было абсолютно реально, и сегодня это еще реально. Считаю, что это было очень правильные вот мы несколько поездок. Во-первых, мы попытались осуществить диалог между Киевом и Симферополем. Я могу вам сказать, что 28 февраля, вот так как сейчас с вами, я разговаривал с Владимиром Константиновым, председателем парламента Крыма. Думаю, что я был один из последних украинских вообще представителей Украины. С кем он общался? С кем он вообще общался, и с кем он будет общаться в ближайшие много лет. И в тот день он с другими представителями Украины, в частности, я считаю, что проявил мужество, прилетев туда Петр Порошенко, никто другой из топ-лидеров Украины туда не прилетел, а Петр Порошенко прилетел. И в тот день мне казалось, что мы выходим на некую конструкцию, которая позволит вот этот крымский кризис разрешить.
На следующий день правительство Крыма, а именно господин Аксенов, начал все ускорять, там перенесли референдум с 25 мая на 30 марта, потом с 30 марта на 16 марта, а потом из вопроса «Вы за то, чтобы вернуть Конституцию Крыма 92 года?» вопрос превратился «Вы за то, чтобы присоединиться к России?» Ну вот так, вот такая произошла метаморфоза за несколько дней. То есть стало понятно, что Владимир Константинов, он уже не самостоятелен, это все решения принимаются в Кремле. Но такую попытку надо было сделать. И я допускаю, что если бы эта попытка была сделана на несколько дней раньше, не 28 февраля, а 25-24 числа, может быть, она была бы более успешной. Но слава богу, что хотя бы мы эту попытку сделали. Во-вторых, я, после того, что я увидел в Крыму, я очень четко знал, как действовать в Одессе. 3 марта нас штурмовала толпа, областной совет, с требованием референдума. Пока тоже вот о том, чтобы... Непонятно, одни кричали о создании Новороссии, другие о каком-то субъекте, федерации и так далее. Я прекрасно понимал, что стоит нам назначить любой референдум с любым вопросом, завтра он превратится в тот самый вопрос. А вы за то, чтобы здесь были вежливые люди с автоматами, пулеметами на бронетранспортерах, на этих тиграх, таких машинах и так далее? И поэтому мы действовали очень четко, мы не допустили этот сценарий в Одессе. Областной совет Одесский стал первым облсоветом на юго-востоке страны, который принял решение об осуждении российской агрессии в Крым. Потому что сейчас всем все понятно. 3 марта, я вам хочу напомнить, еще никто так не говорил, что это прямая агрессия. Говорили о неких людях, самообороне Крыма. Ну, то есть, все это вуалировалось. Мы назвали вещи своими именами, и мне кажется, мы защитили Одессу от реализации крымского сценария. А почему это надо было сделать? Потому что, может быть, нас кто-то слушает или будет читать и скажет, ну и что, ну вот и Крым там живет, может быть, нам и лучше там к России присоединиться. Ну, во-первых, мне кажется, у нас есть страна, и ее все-таки нужно беречь и ценить и любить. Это Украина. При всех там отношениях к другим странам. Во-вторых, я хочу, чтобы мы понимали, как одесситы, мы очень прагматичные люди, у вас издание, бизнес-издание. Что такое сегодня Крым? Это серая зона. Такая, как Абхазия, такая, как Южная Осетия, такая, как Приднестровье. Это зона замороженного конфликта. В этой зоне не будет никаких инвестиций, серьезных инвестиций. В этой зоне не будет того туризма, на который надеются крымчане. Все то, с чего мы живем здесь, в Одессе. В эту зону ее будут обходить многие иностранные корабли, потому что это серая зона. Не дай бог попасть в серую зону. Мы видим Приднестровье, мы видим Абхазию, где в знаменитой советской гостинице «Абхазия» на первом этаже сегодня гуляют коровы, потому что там нет ни туристов, ни бизнеса, нет ничего. И живет этот регион только за счет российских дотаций. И живет очень бедно. Живет беднее, чем Москва или Петербург, и так далее. Будущее Крыма сегодня, к сожалению, довольно печально. И кто бы там что ни думал. Я надеюсь, что спустя какое-то количество лет, это не произойдет раньше, но Крым вернется к Украине, перестанет быть серой зоной, и тогда нам начнется снова развитие. Я не хочу такого будущего для Одессы. Во-вторых, мы должны понимать, что если в Крыму многие люди были настроены пророссийски, то в Одесской области и в Одессе ситуация другая. Здесь есть паритет. Мне кажется, за Украину здесь больше людей. И в любом случае приход сюда солдат Российской Федерации, он бы не прошел так бескровно. Здесь была бы бойня. И вот я хочу спросить любого одессита. Он хочет, чтобы у нас звучали выстрелы на улицах, чтобы дети шли в одесские школы мимо вооруженных автоматчиков, чтобы здесь ходили пьяные казаки с автоматами, это то, что происходит в Симферополе, чтобы здесь, ну и так далее, и далее. Я могу это продолжать, чтобы мы не могли получить визу в Евросоюз, потому что мы серая зона, чтобы здесь перестал работать нормальный аэропорт, порт и так далее. Ну, я думаю, никто этого не хочет. Абсолютно. Поэтому я ехал в Крым, поэтому мы защищали Одессу от этого сценария. Мы и дальше это будем делать, и мы сделаем все возможное, чтобы все-таки Крым рано или поздно тоже вернулся из серой зоны, стал легитимной совершенно территорией. Дай бог, чтобы так случилось. Если бы у вас сейчас была возможность оказаться на Красной площади перед толпой русских людей, что бы вы им сказали? Я думаю, что я бы сказал то, что я говорю постоянно многим русским людям, которые живут в Одессе. О том, что русский народ – это братский народ для украинцев, это не пустые слова. Мы самые близкие народы, славянские народы. Но Владимир Путин сегодня – это враг и русского народа, и украинского народа, который ведет и Украину, и Россию просто в пропасть. В Одессе бытует мнение, все равно Европа или Россия. В идеале, чтобы Одесская область была Порто-Франко. Какое ваше отношение к этому?
Мое мнение, что сегодня Порто-Франко — это красивые очень слова, но это история Одессы. К сожалению, нельзя никогда историю повторить в точном том виде, в каком она была. Сегодня будущее Одессы в том, чтобы Украина как государство имела открытую экономику, являлась частью европейского пространства и культурного, и экономического, чтобы Одесса в этом системе играла значимую роль, чтобы мы были опять воротами Украины в окружающий мир, так как это когда-то задумывалось как ворота Российской империи в мир. Сегодня мы можем быть такими воротами для Украины, и тогда, я уверен, у Одессы огромное будущее, огромный потенциал. Нам необходимо освободить ту предпринимательскую энергию, которая есть в Одессе. Несмотря на все сложности, она пробивается как из-под асфальта у нас. Нужно убирать этот асфальт. И тогда у Одессы огромное будущее. И не нужно ничего специального для нас придумывать. Какие-то специальные там статус, слова. К этому нужно очень спокойно относиться. Достаточно того, чтобы было честное законодательство, легкие налоги. И тогда здесь будет все бурлить и цвести. Алексей, у вас есть враги? Да, уверен, что есть. Много? Сложно сказать. Думаю, что немало, потому что я всегда был и остаюсь, и я всегда на острие. Это не нравится очень многим людям. Вы можете обратить внимание, есть политики, которые вообще об острых темах не говорят никогда. Они говорят в целом, ну то есть легко из Одессы критиковать НАТО, когда тебя там никто не увидит. Совершенно иное назвать действия Путина, что он действует как Гитлер, на глазах российской делегации, заместителя председателя Совета Федерации. Совершенно иное с украинским флагом стоять перед Аксеновым в окружении там десятков его охранников, часть из которых из ФСБ. И, ну, и часть охранников — это автоматчики, просто вот представьте, автоматчики в масках и с собаками. Ну, то есть, вот как в фильмах про Великую Отечественную войну, вот фашисты. Но вежливые. Ну, вот эти уже и не очень вежливые, нет, эти уже не очень. Потому что это даже не солдаты, это уже такая парамилитарные какие-то объединения. Совершенно, знаете, специфически, когда мы боремся с парковочной мафией, а парковочная мафия — это конкретные люди, которые сидят на конкретной парковке и хотят каждый день без талончика брать 5-10 гривен, а мы им не даем это сделать. И этим людям это очень не нравится. У них есть большое желание взять прут и пойти ударить по голове, что они сделали с моим другом Михаилом Шмушковичем. Ну и так далее, и так далее. Я могу продолжать этот список. То есть мы всегда на острие. Я всегда на острие. Это очень многим людям не нравится, но в этом для меня смысл политики. Если политик не реагирует на главные вызовы, вот те политики, которые сегодня не говорят об агрессии России, о ситуации в Крыму, я вот могу понять тех, кто говорит: мы хотим в Россию. Те, кто поднимает вот русский триколор и говорят: я хочу в Россию. Я не разделяю его точку зрения, но я этих людей понимаю, это позиция. Но я не понимаю людей, которые говорят: да нет, давайте мы как-то вот... Вот мы вот все вместе же, мы же как бы вместе, вот мы и в Европу любим, и Россию любим, и Путина любим, и Меркель любим, мы всех любим. Сегодня не работает это. Ты или здесь, говори о своей позиции. А потом они через несколько месяцев нам что-нибудь расскажут. Я никогда не придерживался такого. И поэтому многих людей это раздражает, очень многих. И включая тех людей, у которых есть там очень серьезные возможности. Но заниматься другой политикой я не хочу. Мне неинтересно, я не буду. И считаю, что это просто пустота. Кого вы считаете своим наставником? Хороший вопрос. Я думаю, что я счастливый человек, потому что у меня много наставников. И у каждого человека есть чему поучиться, вот без преувеличения. Я стараюсь вести такой очень широкий образ жизни, в том смысле, что разными заниматься там с видами спорта, люблю музыку, ну и многое-многое другое. И в каждой сфере у меня есть учитель, который учил меня там заниматься дайвингом, нырять. Я был очень благодарен этому человеку, и это мой наставник в этой сфере. Есть человек, который меня научил сидеть на лошади и получать удовольствие от этого, от верховой езды. И я и благодарен этому человеку, это мой учитель, мой наставник. Есть учитель, которым я учил французский язык, есть учитель, с которым я учил музыку, закончил музыкальную школу, ну и так далее, и так далее. Но, наверное, главным моим наставником является моя мама. И это мой учитель, она, кстати, учитель по профессии, она для меня учитель с большой буквы, мой главный по жизни наставник. Так было, и сегодня я к ней иду за советом и спрашиваю, и я ей очень за это благодарен. А в политике? В
В политике с наставниками сложнее. В политике можно искать примеры для подражания. Вот мы сейчас с вами, знаете, каждая ситуация есть разная. Вот мы сейчас с вами сидим на этом диване, и мне он, знаете, какой диван напоминает? Он мне напоминает диван на Даунинг-стрит в резиденции премьер-министра Великобритании. Там есть очень похожий диван. Я когда туда зашел, мы встречались с Тони Блэром, он на тот момент был премьер-министром. И вот диван, который вот как он будет вот этот выглядеть лет через 50, чтобы вы понимали. Такой очень-очень затертый, в каких-то дырах. И я так чуть-чуть опешил, знаете, после нашего представления, да. Я говорю, а что это? Они говорят, это диван Уинстона Черчилля. И он стоит здесь с его времен, как знак уважения к нему. Вот сейчас, находясь в этом месте, я вспоминаю Уинстона Черчилля. Это, безусловно, человек очень интересный, который очень многому может научить. Его мемуары замечательные, его образ действий, мыслей, предвидения, которые он показывал. И то, как он помог своей стране, это тоже показатель. Ведь когда Англия пришла к самому сложному моменту в своей там, новейшей истории, она призвала Черчилля. Хотя до этого он был очень спорным политиком в Великобритании, в Соединенном Королевстве, он вызывал споры у людей. Но когда, знаете, стал вопрос, мы выживем или нет, ни у кого не было сомнений, кого надо звать. Надо было звать Уинстона Черчилля. И я думаю, что это показатель того, чего может добиться политик в своей жизни. Это, ну, вершина. Он сохранил свою страну, он стал национальным героем, он вошел в историю. Это образец политика. Таких образцов несколько, но вот сегодня я вспомнил о нем. Продолжая тему Уинстона Черчилля, раз вы его так любите, когда-то он сказал, что политический талант заключается в том, что сможет ли политик предвидеть, что будет через год, через месяц, да, через два. И он демонстрировал, как это сделать. Да. Правильно. Скажите, что будет в Одессе через год? Я думаю, что надо говорить все-таки от Украины отталкиваться. И тогда можно будет проще сказать, что будет в Одессе. От общего к частному. Да. Украина вошла в полосу нестабильности. Такой турбулентности. Но это не значит, что это плохо. Потому что иногда нестабильность лучше, чем покой. Вот когда все и кладбище, и больше ничего нет. Украина вошла в полосу нестабильности. У нас будет вот эта вот энергия, которая выплеснулась, она сойдет не сразу. И будут еще всплески. И эти всплески будут многих людей волновать. И очень важно, чтобы они были... И, может быть, они будут и такими трагическими событиями. Но в целом, мне кажется, что это все приведет к изменению Украины к лучшему. Я думаю, что Украина вошла в зону нестабильности во внешней политике. Ситуация в Крыму – это на годы. Мы не признаем аннексию Крыма, но и Россия не отдаст контроль за Крымом. И это не... Ну, то есть на годы у нас есть такая вот проблема... А ведь она очень комплексная. Это как людям жить, паспорта, собственность, энергообеспечение. Вот, ну, то есть это на наших глазах происходит история, и это далеко не всегда приятно. А зачастую, к сожалению, наоборот. Сегодня мы стоим перед испытанием, быть ли такому государству, как Украина, вообще. Мой прогноз, что такое государство будет. Мой прогноз, что государство выйдет из всей этой ситуации сильнее. Мой прогноз, что мы вернем Крым. Мой прогноз, что Украина будет региональным лидером европейским вот во многих вещах. И это все случится в течение 10-15 лет. Это так, как я это вижу. Если этот мой прогноз правильный, то Одесса огромное будущее. Читайте журнал «Бизнес-заварник», смотрите канал YouTube и «Думская ТВ».